стало. Да. Вопрос зала, да? Либо как сделать деньги из воздуха? Зачем? Сейчас у тебя столько денег тут. У меня долги. У меня есть шаблон, что у меня есть долги. Долги где? В голове? В голове. А внешний мир это что? Подтверждение. Подтверждение, проекция, вы проявляетесь. У вас есть шаблон долги. Да. Вовне вы проявились в виде долгов. И опыт получила, и подтверждаю постоянно, что они что есть. Есть. Я еще получаю один подписал договор. Не меняешь, а зачем верить? Что за шаблон есть? Если ты творец, тебе нужно верить? Просто позиция творца у тебя сейчас в жертве. Игра. Долги-то где? Внутри. Они появляются во мне. А как это долг внутри? Давайте разложим слово долг. Что такое долг? Обязанность. Долг. Отлично. У меня в голове есть обязанность. Угу. Дальше что еще? Обязательство. У меня в голове есть обязательство. Ну, к себе, да, естественно. Обязанность к себе и обязательство к себе. Дальше что такое долг? Кабала. У меня, я себя посадил в кабалу, дальше. Ну, отягощение, да? Да. Там все можно туда. Давайте еще, что такое долг? Ну, заем. Ограничение. Я ограничен. Минус. Я осуждаю себя. Так какой у меня долг себе? Я себя ограничиваю, получается. Стать безграничным, перестать себя ограничивать. В чем? Во всем. Посмотрите, в чем вы себя ограничиваете. Вы ограничиваете себя в классных джинсах. Идете покупать за 350 рублей, а могли бы те, которые нравятся. Вы себя ограничиваете в тюбике в краске. Вы сказали, используйте ее сколько хотите. А вы что делаете? Вы вот так вот чуть-чуть выдавили, пытаетесь ее на всю картину размазать. А потом смотрите, что за какашка. То есть в чем вы себя ограничиваете? Вы себе задаете вопрос. Если я творец, и я проявлен в долге, значит, я есть долг. Какой я долг? Я ограниченный долг. Я не даю себе что-то. А что я себе не даю? Посмотрите на вашу жизнь, что вы делаете. Все. Как только вы себе это даете, у вас к себе внутри долгов нету, вовне, естественно, их нету. Откуда они возьмутся, если у вас внутри долгов нет? То есть меняем-то мы тут, и таким образом перескакиваем. Вы пытаетесь внешние долги решать. Вы смотрите сюда, а нужно вот тут. А оно тут. И занимаемся мы этим тут. И в том состоянии, в котором мы творец. Класс. Точки здесь и сейчас. Говори. По поводу долгов, я сейчас просто разбираюсь. Был кредит у меня. Давно, когда так не было. Вот, я думаю. Нет, у меня его нет. Его не было. Никогда не нужно что-то скрывать. Все, я думаю. Ну ладно, пойду проверю. Прихожу, а мне пробивают, говорят, у вас нет такого номера договора. А такая стоит. У меня сейчас, я просто вспоминаю, вот это получится. Говорят, да нет вашего договора. Раз 10 проверяют, откажу. Может быть, что так реально работает. А, мы типа не туда посмотрели. Смотри, что сейчас произошло. Сейчас ты создала старое прошлое для того, чтобы себе подтвердить сейчас твое сознание. То есть ты сейчас через воспоминания о прошлом видишь себя, какая ты сейчас. И ты видишь в себе сейчас, ну, наши колбаси туда, мы то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Ты творец, но сомневающийся творец. Ты творец, но сомневающийся творец. У тебя вроде как и есть долг, и вроде и долга нету. Как здесь 1000 евро, тоже там будет. Сейчас у тебя есть долг к себе какой-то, но ты понимаешь, что на самом деле-то долгов нет, нужно жить просто здесь сейчас и продолжать. И вот ты сейчас себе воспоминаниями, и у тебя вот так вот и колбасит. Вот ты сейчас покажешь себя. Как бы со штрафом. У меня штраф пропадали. 3 штрафа у меня пропало. Вообще. Мне пришлось налоговое. Я неделю в депрессии депрессовала, то, что муж меня подстриг. Я хотела вот столько, а он, как обычно, вот столько. Ну, он, конечно, очень круто сделал. Мне настолько понравилось. Но на следующий день я впала в депрессию, потому что у меня старый шаблон, блин, короткие волосы, это плохо. Потому что я всегда привыкла с парикмахерской уходить со слезами. Прям здесь. Опа. Я этот шаблон вспоминаю, неделю пролежала. Потом такая думаю, так, интересно, на сколько денег я належала? То есть, прикиньте, какой у меня долг был. Я за эту неделю могла, блин, рисовать, творить, трансляции вести, прыгать, танцевать, там, петь, радоваться солнцу. А я лежала и ныла, блин, мои волосы. Вот прикиньте, да? И я сама понимаю это, ржу над собой, ною, и думаю,
думаю, так, на сколько денег? Выхожу на улицу, ну, думаю, надо уже выйти, нашла предлог себе пойти ногти сделать. Выхожу, веду трансляцию, ты смотрела, да? Да. И мне приходит с налоговой 60 тысяч долга, хотя ИП давно закрыла, они мне еще сделали перерасчет, куча денег вернули. Случайным образом, типа я переплатила, хотя ничего не переплачивала, но там просто налоговая не возвращает деньги. А мне вернула, но это было другое состояние. И тут она пишет, у вас долг 60 тысяч. Ну я, конечно, пожалуй, сказала, возвращать я его не буду, долг-то в голове, в эфире, да? Что я себе задолжала? Я задолжала себе, блин, вот идти, радоваться, смеяться, ржать, сейчас приду домой, долго не будет. В итоге пришла домой, долго-то нету, потому что это была ошибка. Все, потому что я поняла причину, как я его сделала, что я себе задолжала. Как только приходит понимание, чего я себе задолжала, я уже это отдала. Не надо идти и отдавать, ну, делать что-то. Нам делать ничего не надо. Как только вы осознали, я себе задолжала внимание, радость, кайф, я уже этим обратила на себя внимание. Ну, априори, да, когда я говорю, я задолжала себе внимание. Так вот, когда я это проговариваю, я же на себя смотрю. Ну, вот это я внимание себе и даю. То есть нам нужно давать себе только любовь и внимание, пожалуйста. Пользуйтесь. То есть никаким фокусом внимания в прошлую реальность, как вот ты вот про девочку, да, сказала, не возвращай себя фокусом. Знаете, что все воспоминания, которые вам приходят здесь и сейчас, это только сейчас, вы их сейчас создали для того, чтобы себя увидеть. Да. Ты сейчас можешь вот прямо это сейчас. Это просто проекция глаз. Внимание, да, в себя на кайф. Вы находитесь в вопросе в каком-то, почему у меня нет денег? Или где взять мужчину, или, блин, рожать, не рожать, или идти на работу, или не идти, поесть или одеть какой-то галстук, то есть любой вопрос. И у вас тут же всплывает какое-то воспоминание. Это воспоминание не потому, что оно было, да не было его, оно рождается сейчас для того, чтобы показать, что вообще вы сейчас являетесь как ответом на ваш вопрос. Что в башке, короче, сразу? Чик, воспоминание в этот, ага. Понятно? Угу. Да, 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 да. Есть, кому непонятно, поднимите руки, чтобы мы точно к деньгам пришли. Оля, жди. Откуда эти воспоминания я о себе создаю? Ты подтверждаешь свою реальность каждый раз, пазлы твоего сознания подтверждают твою реальность в моменте здесь и сейчас каждый раз. Что у тебя в башке именно сейчас, тебе внешняя действительность это мгновенно подтверждает. Я считываю это как прошлое. Поближе, может, да. На маршрутке там далеко нормально, все скажи, руки рисуешь прямо сейчас. Да все уже. Ты вот сейчас можешь материализовать, или у тебя нет этого кредита, или вообще никогда не было, или он что сейчас прямо закрыт, или то, что он есть. Но это пазл твоего сознания здесь и сейчас. Но это все шаблоны получается. То есть мы все себе это осознаем сейчас здесь. Нет, тогда мы тоже один большой шаблон. Ну, по сути. Ну, мы шаблон. Мы и шаблон. Мы сейчас шаблон трансформируем. Бытие это шаблон. Бог это шаблон. Больше, да, 40 евро я себе растворила, да. Если сейчас каждого спросить, вы сейчас подтвердите материальную действительность, отдавая себе внимание, вы отдадите долг в прошлом, и что типа в прошлом была какая-то ситуация, что вы его типа себе отдали. Ну, только вам всегда вот здесь и сейчас, в себя, здесь и сейчас, в себя, здесь и сейчас. Я создала это все вот здесь. В моменте. Я еще раз смотрю, да. Я же такой творец. Ты сейчас себе это говоришь. Расширение пошло. Чувства в тебе родились. И там сразу себе. Ну, и когда ты хочешь, там и любовь сразу придет. Ну, то есть, ну я это создала, ну вот все я создала. Вот даже на колготке вот эту хрень, которая поехала, и я ее тоже создала. Как вы думаете, дырка на колготке есть или нет? Ну, вообще. Я не думала. В психологии есть такая тема, как раз вот сказать, да? Дырка это, ну, пустота. Ну, то есть, разошлась колготка, да, там дырка. Ну, дырка-то сама есть, хотя там ничего в ней нет. Ну, между нитками-то дырка есть. А в дырке что? Пусто. А пустота это что? Ну, пространство, то есть все пространство, оно соткано из всего. Да. Ну, прикиньте, как мы сжали пространство до дырки, до ничего. И все, и ничего нет, и все есть одновременно. Какие кредиты, вы о чем? То есть, ну только и здесь и сейчас это стоит. Оно, ну, вот только здесь и сейчас, туда, здесь и сейчас, и я это творю. У вас мне вот интересно, сколько надо в день произносить здесь и сейчас? Это и мантра, да, мы, да, это секта, это да, мантра. Да, здесь да, и да, сейчас. И вот мой проектор, он отсюда, а сейчас и все. Тогда получается, что? То есть
Любое слово, дух, Бог, ты, Нелли, имя, вообще любое, это слово. Здесь и сейчас. Слово было у Бога. То есть, нет, смотрите, у меня есть кредит, да? Ну, допустим, я знаю, что у меня есть кредит, я знаю. Мне нужно знать, что его нет. Я ищу разницу в рублях. Как вариант, вот вы говорите, да, как вариант сказать, зачем мне он нужен, я понимаю, что он мне не нужен, но все, у меня нет больше долгов. Вот только что тебя разобрали, каким долгом в голове ты создаешь внешний долг. Забудьте о внешнем. Ну нет, я хочу манечку. Там в конце получается, что у меня больше нет долга, и в реальности его нет, так? Материальная действительность подтвердится так, что ты либо не будешь помнить, что он у тебя вообще был, либо ты вспомнишь, что ты его вчера уже оплатила, либо еще бесконечным множеством вариантов событий сложится прошлое, и ты будешь говорить, всегда так было, ты даже не узнаешь об этом. Ты не знаешь, что у тебя вчера миллиарды долларов были, ты была там Рокфеллером, ты даже об этом не помнишь, но ты была. Не, ну не сложно, просто еще раз прям вот рисуй. Здесь и сейчас. Это понятно. Только. Окей. Если я сейчас знаю, хотите говорить про прошлое, поговорим про прошлое здесь и сейчас. Мы его сейчас творим. Угу. Прошлое мы тоже творим. И будущее мы здесь и сейчас творим. Мы все здесь, ну, все из одной точки. Мы точка, которая творит здесь и сейчас. И все, что ты вспомнишь, сын, мама, папа, это все здесь и сейчас. Ты только что это создала. Слепком своего сознания. Ничего вовне не существует, все в тебе. Ну так устроено. Потому что ты во всем. Ты назвала все в себе. Ты назвала, различила, обозначила, определила, но в себе, внутри тебя. Но глаза у тебя, блин, сюда выходят. Ты не туда, блин. Ну не видишь ты эти свои пазлы. Ну не проявлены, девочки, это не проявлено. Есть проявленное, есть не проявленное. Кредит, получается, тоже ты не видишь. Мы не видим. Я вам рисую это пазловое сознание каждый раз. Но оно внутри, а глаза у вас, как у рака, блин, наружу. И вы внимаете это снаружи, понимаете? Но понимая, что это все внутри на самом деле. Это матрица, это голографическая картинка. Это ничего не существует. Существует только здесь, внутри. Я ходячий проектор просто, ну, игра так устроена. Все внутри, а я думаю, что снаружи, ну, вот это VR, знаете, вот это... Я бесконечно могу не слушать. Ну, вот это, когда одеваешь, там на тебя шлем одевают, и там все, и ты там ходишь, тебе это автомат еще, ну, для нагрузки, ты прям реально ходишь, ну, кто играл в VR? Мочишь этих осьминогов там, со всеми ты сражаешься, а на самом... У меня сын вот так делает, хоп, и снимает эту штуку. Ему прикольно. И ржет, как все ходят по одному пустому залу и стреляют. Это ржачно, понимаете? Потому что это все внутри, на самом деле. И это большая ржака. И вот с этой точки это тоже все большая ржака. Я сама придумала, сама попереживала, сама, блин, как я себя начпокала, попутала. Я такой игрок легенды. Да, ну то есть, как бы, я просто когда забылась, да, я бывает, забываюсь. Ну я хочу просто поиграть. И потом такая... Блин, ну я сыграла, так сыграла. Отыграла этот раунд, вообще там развелась, женилась, там вообще, вау, офигенно, прямо всей душой, всем телом играла. Я хотела поиграть. Но я вышла здесь и сейчас. И такая, ой, блин, какой женилась там, какой проиграла вообще, все по-другому. Все по-другому. Я в себе это все нахожу. Нет, вот эта картинка, это иллюзия. Я иллюзия, ты иллюзия, все, здесь все иллюзия. Поймите, это просто проекция. Это знаете, как вот этот такой кинотеатр, блин, смотрящий. В кинотеатр раньше приходишь, помните старый кинотеатр? И, блин, из какого-то окошечка там, из этот бог, из этого окошечка, и проецирует это все туда. А мы такие наблюдатели сидим, понимаете? Так вот это окошечко, оно у вас, это вы вот это окошечко, и киношка-то из вас идет. Это понятно. А, ну как это понятно? Девочки только эти часы говорят. И когда хотим найти какие-то долги, как бы мы их только вот там, ну, находим там. Здесь там нам просто показывают долги, что правда, как бы. И здесь и сейчас, только здесь и сейчас, вот в этом, как бы, внутрях. Вот, что себе задолжал? В голове? Что ты себе задолжал? Ну, ты расписываешь это, потому что, да, которое написано ограничение. Вот только что разобрали. Что мы себе задолжали? Я себе должен, наружу долг, правильно? Я думаю, что я себе должен. Я не то, что я думаю, что я себе должен.
это такой устойчивый пазл. Mm-hmm. Пазл, как я говорю, есть деньги, нет денег. Есть вот пазл, нет денег, а если пазл, есть деньги. Если я здесь и сейчас чувствую, у меня есть деньги, у меня прям вот, ну есть у меня деньги, понимаете, вот есть. Ну, как это чувствуешь? Ну есть у меня сейчас деньги. Да, у меня... Нет, очень важно, я думаю, что я должен. Это все одно и то же, и думаю, и должен, это все одно и то же, потому что это здесь и сейчас. Я думаю, что у меня есть кредит, но я так думаю, давай посмотрим. Ну какой кредит здесь и сейчас? Ну вот я здесь и сейчас, ну как я могу так вообще? Ты до столи тут сидишь и стоишь, как вот, хреново. Смотри, вот есть устойчивые шаблоны, вот у многих здесь из этого поколения, вот которые там бабушки наши и так далее, они же все там экономили денежки, денежки, береги денежки, это все надо складывать. И вот там тебе всю жизнь твоя бабушка говорила. Ты нас всех вот туда-обратно хочешь? Да. Сейчас... Нет, ну... Еще раз разобрали раз, не поняли, разобрали два, не поняли. Ты сейчас придумал какое-то прошлое с бабушками. Ты зачем сейчас это придумал, как бы, да? Потому что у него сейчас этот шаблон есть. Еще раз, долг. Если я художник, рисую картину, я нарисовал на картине долг. Зачем я захотел нарисовать на картине долг? Весь мир, как твоя картина, палитра, ты рисуешь, изображаешь все, что хочешь. Это мое сознание, окей. Ну это глаза вовнутрь. Окей, вот оно. Это мой внутрь, да? Я, когда пишу здесь, это проявляется на вот том экране. Но я это пишу здесь. Я вот чу, зачем это написала здесь? Чтобы увидеть, что у тебя в сознании внутри есть долг, который проявился там. То есть мы проявляем вовне то, что... Наше, да, то, что мое, то, что в данный момент здесь, сейчас я чувствую. То есть я решила, что если я должна, вдруг... Ты решила, что если должна, у тебя появился этот пазл. Все, я поняла. Мне надо решить, что я ни хрена ничего не должна. Да, подожди. Ты не можешь взять у меня пазл. Я не могу. Ты не можешь. Так и смотри, что это самое, как ты пазл. У меня не долг, у меня не долг, у меня не долг. Я повторю тебя, автоматом переключит. Ты не то, чтобы решил, ты с другого стороны говоришь, а там тебя автоматом переключит. Ты просто поймешь, что как бы ничего ты себе не должна. Ну вот в этом состоянии ты ничего себе не должна. А как решили, как это состояние? Ты уже была в нем, ну вылезла. Еще раз. Тебя вот сейчас уже раз 10 туда обратно выпихнула. Я просто наблюдаю, это прикольно. Мы здесь творим художественно, рисуем картину нашего мира. Мир нам показывает, мы рисуем не просто, что мы хотим нарисовать, вот это поймите, потому что все желания, ладно, недостатка. Мы рисуем себя, теми, кем мы сейчас в данный момент являемся, себя рисуем. Мы творим мир не потому, что я хочу увидеть мир вот таким, и я его таким творю. Я не знаю, каким я его хочу видеть. У меня нет такого, как творца сознания, все, потому что я все время думаю. Я рисую себя. И если я нарисовала долг во внешнем мире, значит, я себе просто говорю, Нелли, обрати внимание, почему ты сейчас являешься долгом? Какой долг сейчас у тебя образовался в голове, к себе? Как его распознать? Понятно. Все понятно. Если понятно, у вас во мне нету долгов, у вас нету долга к себе, живите и радуйтесь. Но если у вас есть долг... Я не нарисую того, чего во мне нет. Да блин, конечно. Мир — это проекция тебя. Все понятно. Я осознавая, для чего мне долг, я его растворяю. Да, все, вот. Не для чего. Не для чего. Если нет, вообще с другой стороны заходит. Если он... Не для чего долг. А какой долг сейчас у меня к себе? Да, я заигралась во внешнюю игру, у меня долг обратить на себя внимание. Все, ты обратила внимание, у тебя долга к себе нет. Я хочу поиметь с людей со всех любовь, а потому что у меня долг к себе, любви не хватает, внимания к себе не хватает. Я, блин, вижу, что материальный мир на меня влияет, а не я, творец. Вот какой у меня долг. То есть, когда люди, которые ходят в большие долги, они заигрались в эту жертву просто. Долг быть творцом, видеть свою проекцию. Вот какой долг. То есть, если у нас есть недостаток любви, нехватка, да, внутреннее ощущение, нехватка любви, мы начинаем ходить во внешнюю действительность, искать, ее добывать там. И у нас там все время не складываются отношения. И какая-то херня, знаете, какой-то, блин, сплошной этот развал по этой добыче происходит, да? А на самом деле, как бы, тебе просто эту недостаточность надо вот здесь обнаружить. Не только, чтобы увидеть. Но как только ты ее обнаруживаешь, у тебя становится достаточность.
Потому что ты уже ее обнаружил, начал есть. То есть достаточно просто осознать это в себе и все. И дать себе. Осознанный человек это про это. Да. А? Да, осознанный человек это про это. О чем мы говорим? А как удержаться? Вот посмотри, ты попался. С точки обзора. Вышел со своим проектором. Никак. Изобильно. Выходишь, и у тебя сейчас, ну, все, сейчас будет. Никак. Выходишь, а через какое-то время тебе начинают открывать этот 3D опять. И у тебя опять мысль приходит, ой. Что-то не происходит ничего, у тебя опять ничего не происходит. Но вот сейчас, вот как только ты в жопу туда вошел, у меня ничего не происходит. Вот ничего не происходит, либо жопа какая-то. Ты такой, блин, надоело мне тут сидеть. А не вспомнит ли, блин, мне, что я творец? И что-то, ну, как бы подумать. Ты перекрываешь вас. Ну, ты сейчас себе организовал вот это мероприятие, чтобы подняться вот в эту действительность. Понимаешь? В данный момент ты сидишь на мероприятии, ты сейчас тебе потому что у тебя в голове идет расширение, и в проекции во мне ты либо читаешь книжку, либо кого-то слушаешь, либо сидишь с собой разговариваешь, либо идешь там в церкви попа слушаешь, либо еще что-то. У тебя идет какое-то расширение в голове, а во мне это проецируется, ты как художник разные картины видишь. Оно уже в тебе есть, и ты нас собираешь здесь для того, чтобы тебе туда еще... Выходить, почаще выходить. Ну, хорошо, собирай нас, не вопрос. Почаще. Да, ну тебе это помогает, ты чаще вспоминаешь, и чем чаще ты вспоминаешь, ты понимаешь, ты все равно как бы, ну, туда, у тебя уже это, у тебя все есть, и ты сейчас уже там. Ну, как бы, как только вы забыли о том, что у вас здесь недостаток, недостаток любви, семьи, там, отношений, ну, недостаток себе какого-то пазла, да, вот тут же недостатка вовне проявляется, понятно? Как только вы на это обратили внимание, вы заполнили внутри этот недостаток собой, внутри, то и здесь он... Тупо пазл, недостаток семьи, тупо пазл, просто тупо слова, недостаток семьи, ну, осознайте. Я внутри не чувствую себя там какой-то целостной, мне что-то не хватает. То есть это, ну как бы, выпала эта фигня, и такие вещи мы ее здесь, понимаете? Это пазл, блин, вообще классно, мне так понравилось. Смотрите, прикиньте, картина из пазла в пазле попал туда. Там остаток пазла. А здесь это еще вот так выглядит, ну то есть вечный, знаете, поиск такой. А тут вот прямо вот, ну вот это, вот она, это недостаток. Прикольно, пазлик собрали. И ее надо просто тут вот обнаружить. Девочки, обнаружить, у кого нет денег, обнаружить, что у вас их нет. Ну просто тупо обнаружить, что у вас их нет. Недостаточно, где этот пазл? Где этот пазл, который не достает? Что вам к себе не достает? Это ощущение недостаточности чего-то. Деньги это просто что-то. Это внутри недостаток. Кто-то в семье, у кого-то денег, у кого-то, блин, что-то. Да. И важно, что внутренний недостаток. От чего он? Внутренний недостаток. Вы же его, ну, это четкое ощущение, на самом деле. Я, блин, ищу семью, пошла выразить просторы внешнего пространства. Чего я там еще? Нашла, мужик. Теперь я достаточная. Перекрылась, типа. А завтра он уже что-то какой-то недостаточный. Что какая-то херня происходит? Что-то не верю. Что-то не то. Ушел. Недостаточность. Опять недостаточность. Пойду. В нем они недостатки, вообще его выгоняли сама. И мы берем из внешней действительности, тащим эту штуку такую, чтобы себя в нее вовнутрь встроить. Только потому, что мы внутри ее потеряли почему-то. Ну, мы думаем, что мы ее потеряли. А там себя, вот заходишь сюда, такая, так, что это за чувство такое, недостаточность, откуда там она? И пошла трансформировать так деньги, недостаточность, мужик, семья там, хренак, все приопределила, предназначила все. Давайте теперь разберем деньги. Мы это каждый раз говорим, но мы все это время говорили про деньги. Вот вообще, вот самые первые минуты, это... Не важно, про что мы говорим. Не важно, какое слово, да. Чего тебе, вот чего тебе не достает, кажется, чего тебе, чего-то у тебя типа нету, как бы. Это про все. Отлично. Что такое деньги в вашем понимании? Вот давайте сейчас каждый скажет. Ваше понимание? И нахрена они вам нужны. Ну давайте, какой недостаток внутри мы сейчас говорим. Свобода. Так часто вообще ассоциируется связь, пиши, вот все накидываем, что такое деньги. Что комфорт, удовольствие, что это радость. Ну давайте поставим. Вы пишете бумажку, это удовольствие? Ну, купить. Средства. Ну давайте купим.
Эквивалент. Изобилие. Эквивалент. Удовольствие. А что значит изобилие? Изобилие возможностей. Исполнение желаний. Возможность. Да. А из возможностей что? Ну, инструмент для исполнения желаний. Приобрести. Приобрести. Исполнение желаний. Что такое получать что? Что хочешь? Исполнение желаний. Хочется что? А зачем тебе получать? Спокойствие. Зачем тебе получать? Так, ты давай мы потом каждое слово разложим. Вот я тебе говорю. Ну, давай поспрашиваем. А записать надо? Так исполнение же желаний. Ну, сама же главная. Деньги вам исполнение желаний. Мы потом каждое слово вот так. Ну, у нас же так кажется, что нам надо что-то типа получить. А исполнение желаний, значит, недостаток. Восполнить какой-то... А какое, например, у тебя желание? Ну, например, ну вы где? Давай, давай. Ну, давай. Хочу дом, да? У меня есть... У тебя сейчас все есть, понятно. Нет, не встречай, а куда захочешь? Я не знаю, чего у меня нету. Вот у нее желание узнать, что у меня нету. Узнать, что у меня нету? Нет. А зачем деньги тогда? Мне не надо, чего сказать? Зачем ты пришла с деньгами сюда? Я просто пришла посетить. Нет, я реально не пришла. Видите, как реально, да? Я пошла посидеть. Мне 100 евро выкинуть-то некуда, у меня тут денег много. Я выкину, положу. В смысле, они реально есть на счету. Ну так. Дело не в том, что... В смысле, там... Давайте, ладно, давайте я придумаю. Они реально есть на счету. Они есть на счету вообще. Давайте что-то. Они были там уже в каком-то книгу, я знаю, вот это. Желание, радость, свобода, что еще? Уверенность. Уверенность в себе. Давайте еще спокойствие. Запас. Обычно. Это безопасность. Давайте безопасность. Очень интересно. Безопасность. Сейчас типа разбираем. Дать себе безопасность. Как можно? Дать себе финансовую безопасность. Если я творец,